Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы приступаем к высадке рассады лука Exhibition и ялтинского красного в открытый грунт. Такая рассада. Замочили мы все в воде, получается, корешки, чтобы легче их отделить друг от друга. Потому что в общей емкости достаточно так они хорошо переплелись. И чтобы меньше травмировать корневую систему, сделаем это таким способом. И советуют еще перо лука подрезать, ну совсем-совсем так, чуть-чуть макушки, чтобы перышки у нас не ложились на землю, и этим самым мы не провоцировали те или иные грибковые заболевания. Вот такая рассада у лука Exhibition и ялтинский красный, вот такой вот. Exhibition был посеян пореже, соответственно, видите, какие приличные такие луковички наросли. Ялтинский был посеян погуще. И видите, такие немножечко поменьше они. Но все равно я считаю, что результат неплохой. И корни. Конечно, корни очень длинные. И по, вот именно по поводу корней, также рекомендуют их немножко подрезать все-таки. Оставлять вообще где-то вот раз, два, три. Хотя бы где-то вот настолько их обрезать нужно. Все корешки, потому что очень они эти длинные. Подрезали немножко корешки. Это также будет способствовать и отрастанию новых корешков, и, соответственно, более так активному отрастанию зеленого пера. Но с такими корнями очень сложно будет просто помещать его в лунку и заделывать, соответственно. Лучше все-таки их так вот немножечко хотя бы подрезать. Итак, приступаем к высаживанию лука Exhibition и ялтинского красного на грядку. Грядку у нас предварительно просыпана золой, то есть эти бороздки просыпаны золой. И луковички мы высаживаем в эту самую бороздку на расстоянии где-то 15-20 сантиметров, лучше 20, потому что лук Exhibition такой достаточно крупный, у него хорошая такая большая вот верхняя масса перу, поэтому чтобы он хорошо разрастался, необходимо побольше пространства. И высаживая луковицу, мы не заглубляем ее слишком глубоко. То есть проливаем лунку водой и заглубляем где-то на, ну, примерно где-то так же, как она росла у нас в рассаде, чуть побольше. Проливаем водой с фитоспорином. Немножко подождем, чтобы она впиталась. Ну вот, заглубляем еще. Совсем чуть-чуть, чтобы у нас луковичка просто не падала. В такие бороздки будет удобно осуществлять полив. Вот такая грядочка. Но всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч.